Что читать детям, подросткам, а главное, как заинтересовать их книгами? Ответы на эти вопросы узнавала наш корреспондент Алла Белякова. Она побывала на авторской встрече с писателем Ириной Лукьяновой. Ирина Лукьянова известна как детский писатель, журналист, учитель, переводчик, а также специалист по проблемам синдрома дефицита внимания у детей. И вот сегодня в областной детской библиотеке пройдет встреча Ирины Лукьяновой с подростками-читателями. Основная цель приезда – пригласить тамбовских подростков побыть судьями в международном конкурсе «Книгуру», где ребята смогут ознакомиться с новой русскоязычной литературой, а также проголосовать за понравившиеся тексты и выбрать лучшего автора. Критерии для оценивания юные читатели выбирают сами. Нетипичность, то есть типичная история с типичной моралью – это, ну, как-то уже обычная тема. Меня это не цепляет. Мне нравятся какие-то острые повороты событий и тому подобное. Возможно, это разнообразность сюжета, потому что большинство книг, у них одинаковый сюжет. Есть книги, которые не похожи на остальные. Поднимается проблема понимания автора своей аудитории. Подросток должен ассоциировать себя с героем и временем, в котором он живет. Когда они пытаются вникнуть в историю жизни петербургского чиновника 1845 года, например, они говорят, а какое отношение все эти мертвые дядьки ко мне имеют? Да? Как это все относится к моей жизни? Почему я должен об этом читать? Да, у меня другая жизнь, другие проблемы, другой язык. В Тамбовской областной библиотеке есть книги для подростков разных авторов. Список их постоянно обновляется. Еще больше настроения у читателей, когда, почитав уже ранее, познакомившись с творчеством писателя, они видят и беседуют воочию. Вы же видели, сейчас вот проходят встречи, и какой интерес на лицах ребят. Это же все не поддельно, все по-настоящему. Завтра Ирина Лукьянова посетит юных читателей Рассказовского района. Алла Белякова, Евгений Михеев, Ольга Кириллова. Область новостей.